сейчас как раз добрались до Новоселовки 2. Этот населенный пункт освобожден от украинских боевиков, однако находиться здесь крайне опасно, потому что обстрелы тяжелой артиллерией ведутся ежечасно. Воронок от мин, от тяжелых снарядов просто сотни и даже тысячи. Сейчас ведется наступление, и главная задача наших сил — контролировать трассу на Авдеевском направлении. Сейчас идут бои за Авдеевку. Населенный пункт Новоселовка 2 освобождена. Войска ДНР вышли на трассу, контролируют полностью дорогу, ну, участок дороги контролируем. Поэтому все это, что мы слышим, на данный момент идет обстрел наших позиций. Пытаются нас толкнуть от дороги, чтобы мы не контролировали. Дорога — это рокадная дорога, которая ведет подвоз боеприпасов, питание, под переброска сил, ротация. И в первую очередь они могут перебрасывать свои войска с одной линии фронта на другую, чтобы создавать нам более проблемы. Поэтому, контролируя дорогу, мы контролируем их передвижение и можем понимать, где мы можем обрезать их, обрезать им поставки вооружения, продовольствия, воды, что сейчас очень актуально. Всех, кто хочет быть в курсе всех событий, предлагаю подписаться на наш телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Давайте-ка обратно, господа, в это замечательное здание. Ну вот, собственно, работает. Собственно, о чем я говорил. Прошло буквально несколько минут, и уже начался обстрел прицельно по нашей группе. Работают сейчас по дороге. Было несколько пристрелочных выстрелов и будут дальше продолжать работать. Добрались мы до украинского расположения. Собственно, это двухэтажный дом с железобетонными перекрытиями. Все достаточно привычно. Здесь располагались украинские боевики. Достаточно длительное время оборудовали себе места для отдыха. И здесь же отсюда выходили на бой столкновения, на задачи. Ну, вот, собственно, что нашли только что. Это турникет. Жгут турникет, так называемый. Здесь, собственно, элементы снаряжения. Здесь они, да, отдыхали? Вы здесь один? Пока один. Как вы тут живете? А, да, вот вопрос риторический. Как вы тут? Ну как? На полу сплю, когда бомбят. А что делать? Прячусь то в подвале, то в доме. Сколько тут у вас мин прилетело, когда обстрелы были здесь, у кого на участок? Здесь во дворе 8 штук. 8 штук? Да. Как вы схоронились от них? Где были в этот момент? Просто чудом. В летней кухне хотел это. Кашу варил на газовой печке. Ну и на время так смотрю, думаю, через 25 минут, а поставил на самое маленькое, думаю, через 25 минут пойду и как раз включу. 25 минут проходит, думаю, ну сейчас пойду. Только вставать, как фуганулов по кухне. И кухни сразу не стало. Всего живете здесь, на этом месте? Лет. 2007 года. 2007 года, получается, 15 лет уже. Ну да. Обалдеть, когда собираетесь, что родственники говорят вообще, есть связь с ними? Сейчас связи никакой нет. У нас был Водафон, а сейчас его нет уже. Ну как зовут их хотя бы, где они живут? Антонина Ивановна. Антонина Ивановна? Жена моя. Где она сейчас? В Донецке. В Донецке. Она давно уехала? Ну как началось это, с 14 года. А вы почему не уехали? Да. Ну, а я не уехал, я же думал, что это ж вот-вот закончится. Оно затянулось на 8 лет. Если бы я, например, знал, я бы тоже собрался бы, потому что
жутковато. Вот сегодня 15 минут третьего, как начали молотить именно вот наш район здесь. Угу. Думали, я думал, труба, блин. Короче, лежишь на полу, ну, я диван разложил на пол. Угу. Лежишь на полу и не знаешь, что дальше. Ну, крепимся, что делать. Сейчас, то есть, вот это вот то, что мы слышали, работало по переправе, да, я так понимаю? А, когда мы сидели, да, это работали вот по машине, по переправе. Запросили контрбатарейную. Контрбатарейная, возможно, помогла нам все-таки сделать выход.